Так, мы официально едем. Джек, она записывает? Проверь, горит ли красная лампочка. Не вижу. Да. Вот так. Мы едем. Улыбнись камеру. Нет, я же за рулем. Ты такой унылый. Мы едем в путешествие, радуйся. Ура! 5,5 часов в машине. День, который врагу не пожелаешь. Смотри, сколько палаток. Да, палатки. Круто. Вот мы на месте. Все отлично проводят время в палатках. А это мы. Да. Уже прошло несколько часов. А Джек еще не собрал палатку. Только вот ты насчет количества часов ошиблась. Как вы можете видеть, мы почти совладали с палаткой. Если тебе не нравится, можешь пойти в другое место. Все хорошо, милый. За наши романтические выходные в палатке. Хорошо. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Какая гадость. Джек, посмотри, какая красота. Тебе же нравится? Мы на частной территории. Нас подстрелят. Джек! Убери телефон. Ладно, ладно. Боже. 2 минуты. Кто-то встретил тут свою смерть. Джел! Джел! Иди, посмотри. Мне очень грустно. Нет. Нет, это кошмар. Иди посмотри. У бедняжки были родители и друзья. Наверное. Есть хочу. Пошли поедим. И вот она идет. Наконец-то. Джек, дай мне камеру. Нет. Пошли, догоняй. Джек, не снимай меня, когда я уставшая. Выгляжу ужасно. Ты же хотела посмотреть природу. Смотри, разве не прекрасно? Не начинай. Детка, ты помнишь, откуда мы пришли? Кажется, из-за кого-то мы заблудились. Нет. Сюда. Ага. Пошли. Ладно. Джек, уже, блин, темно, мы заблудились, и мне холодно. Дай мне камеру, там есть фонарик. Дай фонарь из сумки. Боже, что? Ты слышишь? Да, и что это? Не знаю. Давай, пошли. Джек, подожди. Скорее, за нами что-то гонится. Что это было? Боже, оно еще здесь. Еще здесь, Джек. Скорее. Джиллиан? Джилли! Ты бросил меня, сволочь! Черт! Джек! Боже мой, Джек! Джек! Боже мой!
Прошу, пустите меня. Помогите. Помогите. Мила, ты в порядке? В чем дело? Нельзя так вламываться в чужие дома. Простите, но там что-то есть. Она только что убила моего парня. Прошу, нужно вызвать полицию. Успокойся, дорогая. Ты теперь в безопасности. Вы не понимаете, нужно вызвать полицию. Оно схватило его, как кусок мяса. Что его схватило? Не знаю. Что-то огромное. Боже мой, Джек. Бедняжка, ты дрожишь. Пошли, я отведу тебя на кухню. Посажу и сделаю чаю. Нет, мне нужно вызвать полицию, пожалуйста. Все хорошо, милая, телефон на кухне. Пошли. Сюда, дорогая. Садись с моими мальчиками. Только что вскипятили чайник. К нам не часто приходят гости, да, мальчики? Не волнуйся, они не кусаются. Тебе сахаром? Только молоко. Стойте, вы говорили, что я могу воспользоваться телефоном. Да, конечно, милая, я отвлеклась. 2 минутки, дорогая, я вернусь. Телефон, телефон. Куда я его положила? Так, как давно вы тут живете? Налетайте, мальчики! Чарли! Ужинать! Мой мальчик. Ковры сделают ваш день, у вас будет чисто и уютно. Грёбаный псих! Папа! Что? Тебе звонят. Уже? Мы только открылись. Кто там? Не знаю. Кто это? Дай сюда. Иди сделай кофе. Алло? Привет, миссис Ханнинг. Да, моя лучшая команда едет к вам. Не волнуйтесь, они уже загружаются. Да, прекрасно. Если будут какие-то проблемы, звоните. Хорошо? Спасибо. Пока. Доброе утро. Крис. Кристофер. Похоже, ты снова позже, чем надо, поставил будильник. Тебе нужно с этим разобраться. Ладно. Я поздно пришел. Слишком много информации. Я не слышу Джет, чтобы кипел чайник. Да, завари нам кипяточку. Как будто я недостаточно занята. Та же здесь? Она на заднем дворе. Да. Ты можешь ей помочь? Сегодня много дел. Ладно, Найдж. Боже, я даже еще чаю не пил. Не забудь про те 10 минут, когда будешь обедать. Пофиг. Саша! Осторожно. Прическа же. Придурок. Ты опоздал. Как всегда. Поздно пришел домой. А ты знаешь, какой я, если выпью самбуку? Хватит, хватит, мне плевать. Лезь в фургон. Успокойся. Куда едем? Какой-то старый дом. Где-то в глуши. Большой дом. И вот документы.
У тебя все как следует закреплено? Да. Подстилку положила? Да, Найдж. Хорошо, просто проверяю. Это отличный заказ. Веди себя хорошо. Что? Вместе? Ты и я? Что за хрень? Не волнуйся. Твои дружки Дин и Колин тоже будут там. Отлично. Думаю, мы этим и займемся. А где они сейчас? Не делай этого. Колин, не делай этого. Что? Ты сорвешь трубу. Ничего подобного. Говорю тебе, ты сорвешь. Не буду я срывать трубу. Сколько, по-твоему, занимаешься этой работой? Ладно, действуй. Ты же всегда должен быть прав. Бога ради, завалил же, а? Не вижу, чтобы ты что-то тут делал. И как же мне туда с тобой влезть? Это еще что значит? Видишь? Говорил же. Она не рада. Слушай, Найдж, она в порядке, согласна. И мы сказали ей, что такое бывает. Что? Ну, конечно, я вызвал слесаря. Да. Да. Погоди минутку. Малкольм приехал. Да. Я знаю, большой дом, работа, много денег, ага. Не паникуй. Ладно? Мы начнем грузить фургон и поедем туда. Да, хорошо. Хорошо. Пока. Пока, Найдж, пока. Его, блин, не остановить. Доброе утро, парни. Малкольм, наконец приехал, когда мы уже все закончили. Где машина? А, ну да, я ее потерял. Ты потерял машину? Я не хотел. Я вчера поздно пришел. Ну и, в общем, так получилось. Как ты мог ее потерять? Зачем, я спрашиваю? Не помню. Ну, все всегда приходит в норму, по идее. Нет, Малкольм. Ключи, может, и можно потерять, но Фиат Пунто не появится у тебя на подоконнике, правда ведь? К счастью, я оставил ключи в машине, так что хотя бы я знаю, где их искать. Не парься. Он злой, потому что облился. Да, круто. Гиперактивный мочевой пузырь. Так бывает, когда тебе за 50. У бабули то же самое. Завали, Малкольм. Мне даже не 50. Кидай велик в фургон и поехали. Куда мы едем? Встретиться с Ташей. Твоя любимка, да? Что ты делаешь? Ты тоже там поедешь? Это незаконно, чтобы я там ехал. Нет, если ты будешь тихо сидеть. Почему я не могу сесть с вами? Малкольм, ученики сидят сзади. Мы уже это проходили, таковы правила. Ладно. Говоришь, Ташу встретим. Тут кругом дерьмом воняет. Крейг игрок, крутой парень. Ржачно. Что ты делаешь? Крейг отправил мне фотки со вчерашнего вечера. Смотри. Думаешь, мои руки нормально выглядят? Это Малкольм на заднем плане? Да? Не помню, чтобы его видел. Забей на телефон. Можешь помочь починить? Успокойся. Он же сломан. Я тебе еще тогда говорил. Что там? Новое фото профиля? Забей на свой телефон. Посмотри, куда ехать. Позвоню Найджу и спрошу. Этот? Такой приятный и мягкий. Вашим ногам будет хорошо. Телефон, Джейд. Не стесняйтесь, снимайте обувь. Ковры Купидона, говорит Джейд. Пап, к телефону! Идеальный цвет для этого времени года. Кто там? Кто там? Это Крис. Простите, я на минутку. Не дай им уйти. Алло. Алло. Индекс есть на документах. Что? Используй навигатор. Кто его сломал? Прости.
же там раньше не были? Нет, Малкольм, иначе я бы не изучал идиотские бумажки Найджела. Когда ты начал курить? Я? Несколько лет назад. Хочешь? Нет, спасибо. Не думаю, что ты впечатлишь Ташу таким. Она фанатка ЗОЖ, правда? Даже не знаю, когда начал, честно говоря. На прошлой неделе, наверное, потому... Ты снова болтаешь чушь. Уронил яйцо прямо на карту. Ты животное. Вы никогда не думали использовать навигатор? Не доверяю им. Почему? Просто не доверяю, и все. Скажи ему, почему? Потому что они не всегда правы. Или потому что некоторые слепо следуют инструкциям, даже когда это значит, что нужно снести забор. Он же говорил повернуть направо. Сколько раз, Кол, я говорил, ты едешь не туда. Смотри, Кол, это забор. Мы с ним столкнемся, Колин. Правда? Он снова врет. Я вру. Пошли спросим ту бедную семью, которые праздновали день рождения ребенка в саду. Спроси их, вру ли я. Он преувеличивает. В общем, может, поедем, парни? Малкольм, ты же все знаешь. Чем быстрее мы приедем, тем больше работы придется делать. Успокойся, с ним все будет хорошо. Он сказал большой, но я не думал, что настолько большой. Молодец, Найдж. Понимаю, почему он сюда всех нас пригнал. Охренеть. Мальчики, наслаждайтесь пирогом. Я лишь говорю, что хочу работать или один, или с тобой. Другие меня бесят. Привет. Привет, миссис Ханнинг. Да, мы из ковров Купидона. О, люди с коврами. Входите, входите. Спасибо. А ты силач, да? Работа держит меня в форме. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Идите за мной. Хотите, покажу вам все, или... Покажите, где гостиная, чтобы мы все сделали правильно. Хорошо, дорогие, тогда сюда. Тут тихо, да? Да, это по мне. Это гостиная. Проблем возникнуть не должно. Мы редко теперь ей пользуемся. У нас куча других комнат. Боже, посмотрите на него. Похож на того из фильма, как же он назывался? Это мой старинный родственник. Это семейная реликвия. Мы убрали большую часть мебели. Сами? Мои мальчики мне помогали. И от старых ковров мы тоже избавились. Я знаю, это может помешать. Да уж, не представляете, какие ковры мы видели за эти годы. Догадываюсь. Принести вам чаю или чего-то еще? Да, чай самое оно. Без сахара. Один чай без сахара, а тебе, милая? Ничего, спасибо. Хорошо, покричи, если передумаешь. Серьезно? Что? Неудивительно, что она тут живет. Ее семейка сплошные уродцы. Тебе стоит следить за своими словами. Я говорю с покупателями, не ты. Все просто. Ладно, успокойся. Я просто общался. Спорю, тут есть привидение или типа того. Если ты веришь в это дерьмо. Тут можно идеальный ужастик снять. Они были просто укладчиками ковров. Она была милой старушкой, живущей в дыре посреди глуши. Ты вообще собираешься сегодня работать? Принеси инструменты из машины. А ты что будешь делать? Измерять. Лучше остальным поторопиться, потому что я не собираюсь все делать сам. Ты что делаешь? Ты меня достал, голова болит. Я только вошел во вкус. Я заметил. Не забывай, что ты на работе. Прости, Кол. Что с тобой сегодня? Ничего. Ты о чем? Ты нудный мудак, вот я о чем. Она уходит от меня, Дин. Кто? Кэрол, моя жена. Боже, ты ее видишь каждое Рождество последние 5 лет. Знаю я, кто такая Кэрол. Хочешь поговорить об этом? Нет, не особо.
Ладно. Вообще, если хочешь знать, она говорит, я стал скучным, предсказуемым и больше не спонтанный. Я? И не спонтанный? Я готовлю рыбу с картошкой каждый пятничный вечер. Неблагодарная сука. Забей, чувак, лучше на все забить. Как мне все это пережить? Я пытаюсь платить за патио, которое она всегда хотела. Потому беру доп. Смены. Нет, я не тупой. Я знаю, что с 80-х набрал несколько кило. Но мы же все с тех пор изменились. Она тоже, блядь, не Бонни Тайлер. Понимаешь, о чем я? Да, приятель. Я пытаюсь поступать правильно. Нашел постоянную работу, женился, завел детей. И вот что получаю. Это шутка, Дин, это шутка. Я шутка. Слушай меня. Ты не шутка. Так что соберись. Ты Колин, укладчик ковров и лучший из тех, кого я знаю. А укладчики не плачут, не так ли? Эй! Нет. Кто ты? Колин, укладчик ковров. Верно. И что они делают, укладчики? Укладчики не плачут. Именно. А что мы будем делать сейчас? Уложим ковры. Хорошо, так что давай. Прости, приятель. Ничего. Знаешь, куда ехать? Думаю, да. Думаю, да. Нужно оставаться на позитиве. Нет. Ты знаешь, куда нам сейчас ехать? Вот, милый. Спасибо. Не за что. Что это за дерьмо? Красота. Спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо. Таша! Я готов! Вытаскиваем ковры из фургона! Таша! Ты, блядь, оглохла? Странно. Эй! Не могу открыть дверь! Эй! Старушка! Кто-нибудь? Привет, приятель. Эй, чувак. Спокойно. Я не знаю, чего ты хочешь, но...
Блять, мой нос.